Все-таки зацените эти объемы, эти масштабы, эти размеры цехов, которые строили в Советском Союзе, которые после успешно просрали. Сравните их с размером этого цеха. По ходу дела это был литейное какое-то производство. В шахматы играли. Суровые челябинские шахматы, хотя мы не в Челябинске. Вам покажу заброшенную большую электроподстанцию на одном из предприятий Свердловской области. Короче, огромная электрощитовая. О, посмотри, каких она объемов. Дофигища. Это общий зал. Тут все довольно сильно разрушено. Это какой-то катушки была. Таблички. Профсоюзная жизнь. Раньше мне было еще второй этаж. Там все осталось. Одно из самых прикольных, это вот этот большой пульт управления. Тут раньше, видимо, тоже шкафы стояли. Остался только пульт. Это небольшие комнатки рабочих. Типа мастерских. Среднерадочная бабка осталась. Вот. Прикольный клещ. Сделанный из разрядников. Слушайте, это какой-то мопед, мотокар. Когда-то был. Вот этот на хард похоже. Вот такое оказалось неожиданно интересное место. Мы его фактически бы сначала рядом прошли, потому что слышали рабочую трансформаторную подстанцию. Думаем, живое здание, а потом случайно заглянули в окно, а тут вот такой вот дестрой. Так что не проходите мимо и всегда ставьте пальцы вверх.